Рейсовый автобус в городе над Бугом Цепербузе нагадывает жихарам и гостям областного центра об тем, что белорусской милиции сповняется 100 годов. Об этом поклопотились сотрудники управления внутренних справ Брестского облвыконкома и администрация автобусного парка. А кроме надписов на своем транспортном сродку и логотипу, у салоне будет размещен календарь, а разом с водителем сошить за дорожной обстановкой будет специальный оберег – милицейский медведь у форме. Столетний юбилей милиции – это достойная, праздничная дата. И в канун подготовки во всех регионах проводится много мероприятий по пропаганде лучших традиций, рассказывается о людях, организуются выставки, книжные, рисунка, проводятся концерты, посвященные милиции. И вот сегодня также наглядно оформленный автобус, который будет демонстрировать о том, что у милиции юбилей. Одразу после урочистости в рейсовый автобус вышел на линию. Традиционным во управлении внутренних справ Брестского облвыконкома напередодні профессийного свята стало и штогодовое визначение лепших по профессии. Сёлета это 24 человека из разных подразделений, которые показывают приклад профессийного выполнения службовых обязанностей и тем самым заслуживают повагу коллективу сотрудников и керівництва. Сирот их старший уповноваженный по особо важных справах отдела раскрытия злочинства у сферы высоких технологий Александр Рингевич. Необходимо постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, так сказать, быть на острие, потому что преступники тоже на месте не стоят и постоянно, общаясь между собой, совершенствуют свою преступную деятельность. Поэтому, несмотря на существенное увеличение числа преступлений за последние 5 лет, нашей службе достаточно удачно удается бороться с этим злом. И это прежде всего благодаря слаженной работе нашего общего коллектива. Больше за 5 лет на своей посаде начальник отделения наркоконтролю Московского районного отдела внутренних справ Максим Янчук. И он так само сёлета вызначен лепшим по профессии. В основном мы встречаемся более чаще с людьми, которые ранее судимы, которые допускают употребление опия. И в связи с этим в 2016 году были основные наши усилия сосредоточены на борьбе именно с опийными наркоманами, с сбытчиками семян мака, с примесью маковой соломы. Вот. И с чем было изучено 6 сбытчиков, которые в настоящее время привлечены к уголовной ответственности. Традиции вызначения лепших по профессии во управлении внутренних справ Брестского облвыконкома уже больше за 15 годов. И такая форма заохвочивания до выполнения службовых обязанностей лечится одной из самых действенных. Лучшие сотрудники, лучшие подразделения определяются в службах. В службах аппарата ОВД непосредственно после изучения определенных результатов, достижений, накладывают в первую очередь, конечно, ответственность, а также то, что на него могут равняться другие. У кинотеатра «Беларусь» до профессийного свята Дня милиции и 100-го дня заснования службы проходит тематичная выстава, якая рассказывает об становлении разных подразделений милиции Брестской области, людях, которые отдали годы життя службе вартовых правопорядку. Так само на передадні свята прошла и презентация документального фильма «Сляды на воде» об героичных справах сотрудников милиции Беларуси и Брестского региона. Юрий Печур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».